На арене имени Валерия Константиновича Белоусова прошел дружеский матч с участием хоккеистов «Трактора», студентов программы «Будущее белой металлургии» и работников Челябинского трубопрокатного завода. Участники встречи были разделены на две команды – черный и белый. В первую вошли студенты, во вторую – сотрудники ЧТПЗ. Обе были усилены игроками хоккейного клуба «Трактор», причем не всегда в их привычных амплуа. В частности, вратарь Станислав Галимов решил помочь команде черных в нападении. Действиями хоккеистов руководили тренеры Алексей Чекалин и Максим Смельницкий. В защите плохо отрабатываю. Ну, потому что никто сюда не возвращается. Убегаешь некого в нападение, хотят кого-то шайбу забросить, а в защите никого. Игра закончилась со счетом 12-2 в пользу белых. А все из-за разницы в опыте. У нас просто много народу, кто тренировался раньше в хоккее в том же «Тракторе», поэтому, наверное, из-за этого больше опыта. Какая установка от Максима Борисовича Смельницкого поступила перед игрой? Не играть ни в какие поддавки, только на ворота, только голы забиваем. Такие встречи отчасти компенсируют дефицит хоккея в Челябинске после непопадания команды в плей-офф. Теперь на очереди матч всех звезд «Трактора» с болельщиками.